Пока еще одна тема, которую СМИ связывают с блокадой на Донбассе. Взрыв метана на шахте Степовая во Львовской области. В больницах все еще остаются 23 человека. Вчера же состоялись похороны погибших. Напомню, от взрыва метана на этой шахте 2 марта погибли 8 человек. Причем самому младшему из шахтеров было всего 18 лет. Степовая считается одной из лучших шахт в Западной Украине. И сразу после трагедии эксперты предположили, что одной из причин может быть наращивание добычи угля, вызванная необходимостью компенсировать потери топлива от блокады. Кабмин создал комиссию для установления точных причин трагедии и проверки всех остальных угольных шахт в Украине.